Добрый день, с вами дачный обзор Садогород. Сегодня мы обрезали виноград. Вот я нарезал черенки с винограда, сейчас будем садить. Под углом 45 градусов. Вот втыкаем их в землю, чтобы одна почка была сверху. Итак, на расстоянии 30-40 сантиметров садим их в землю. Весной они прорастут, дадут корень. Не надо их ни в подвал опускать, ни в песок закапывать. А втыкайте прямо в землю, они будут у вас расти. Из 10 штук у меня всегда приживается где-то 7-8 штук приживается. У нас уже ночью был заморозок до 2 градусов мороза. Так что виноград я обрезал, нарезал черенков. Сейчас мы их воткнем. Вот так. Теперь мы сделаем вот так. И пускай они до весны у нас сидят. У нас, например, лобочка верхняя. Я всегда так разложу виноград постоянно. В предыдущих роликах я вам показывал, как пересаживал такой виноград. Какие корни у него были. Вот это мы посадили виноград черенка. У меня тут 4 сорта было. Рашинский, слава победителю. Оригинал. И пеший. Вот что я хотел показать. На этом пока все. Это точно удалось.